площадка рядом, и это все для туристов. Сегодня к Свияжску можно не только подплыть, но подъехать и даже подлететь. Древняя дорога шла немного левее нынешней, по косе. Мы видим, отходя коса отходина слева от парковки, где тракт, который по ней шел, назывался Сибирский. Это был один из главных сухопутных коридоров страны, который связывал московские земли с Уральским и Сибирским. Позже, когда все луга с Сибирским трактом ушли под воду, трассу подняли вот на эти холмы и назвали М7. Это 7-я по счету дорога, которая как Сибирский тракт связывает московские земли с Уральским. Дальше можно там ехать в Сибири. На трассе 5 километров, там деревья фуры видны, которые по этой трассе сейчас у нас проходят. Вот они идут как раз в сторону Урала, да, в сторону Москвы. Получается, дорога вот туда идет. Видите, вон они там ходят. Дальше на этой трассе у нас стоит город-курорт, Свияжские холмы. Очень хорошо видим эти холмы.